Всем привет, у меня обед. Вот такой вот. Яичко. 4 шампиньончика от остатки с вчерашнего. Помидоры, огурцы. И 2 котлеты. Тоже остатки. Рыбные. Рыбные, они, короче, это минтай. И зеленый чай. Такой, знаете, теплый. Я завариваю, короче, вот в этой штучке. Вот так вот. Что, поедим? Поедим. Черный хлебушек. И Тайсон, как всегда, храпит там. Гошан прыгает, бегает. Их немножко передержала. Я яйцо не на сковороде жарила. Обожаю желток. На сковороде. А на полоновке. Такие вот красивые огурцы. Нарезанные. Ну там пишут уже. Короче, мне нужно губы увеличить. Грудь не надо. Попу. Накачать. Боже мой. Советчики хреновые. Кому нравится? Качайте в себя. Так понимаю. Кто в себе хоть что-то поменять, он обязательно поменяет. Я этого не хочу, ничего в себе менять. А так бы я без советов вообще обошлась бы. Я ничего против, конечно, не имею. Тех людей, которые... Тайсона. Он меня вообще любит. Кто качает губы, делает уколы красоты в лицо, это дело каждого. Я в себе ничего менять не буду. Меня все устраивает. Хатека. Сочно. Получилось. Че, Гоша? Он решил сегодня поговорить. Да Гош, дома жарище. Окно открыла. Балкон открытый. Вообще во всех комнатах, сколько у нас есть, их есть. Везде все открыто. Там жарение вообще неимоверное. Ну, скоро будем зубами стучать. От холода. Отключим нам отопление. Вот уже обещают. Вот это вот весело будет. Там у меня варится плов. Ну как плов? Не плов. Каша, наверное, больше так можно ее назвать, рисовая, с курочкой. И суп.
Суп какой еще не придумала. Ну, куриные. Можно его так назвать. Время 3 часа, а я только ем. Утром. Как утром? Ближе к обеду. Дети мышницу сосисками нажарила. Сосисками, помидорками. Мне еще муж отругал. Зачем, говорит, помидор туда положила? Смотрите, даже есть не хотел. Еще обалдеть. Блин. Что все падает? Я наелась. Все. Теплый, но бокал-то горячий. Злюки, поменьше злитесь, поменьше обращайте внимание на людей, на других, прям так вот, знаете, посмотрел, не понравилось, дальше пошел. Поменьше обращайте внимание на нас, если не нравится, лучше не нравится, не нужно сюда вставлять, да, вон кошка-то ругается. А все, кто меня смотрит, ставит лайки, пишет комментарии, всем огромное спасибо.